Hey, yo, guys, с вами Шимик. И мы продолжаем проводить игру по названию The Borderlands. Ну, просто Borderlands The Pre-Sequel. Так, окей, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы, кажется, прилетели обратно в... А куда мы прилетели? Исследовательский... Так, не-не, это стоять. Короче, это комплекс наблюдения за всякой дичью. Давайте побегаем и сейчас пособираем задания, которые у нас здесь есть, в принципе. Я думаю, будем зацикливать внимание на самих врагах. Я думаю, нахер это нам нужно. Давайте сделаем вот как. Я сейчас бегаю за этим знаком, потом сюда и сюда. Надеюсь, все будет нормально. Я давно... Так, врагов я не вижу почему-то. Скорее всего, в этой зоне их нету. Так, здесь тёлка научная какая-то была. Ага. Доктор. Так, что при слове мозга вас охватывает невысокий ужас? Космическая технология? Вау! Мне пришло в голову супер новые системы навигации для ракет. Понадобится целая куча всякой хрени, так что давай сделаем это, нужно вернуться. Давай-ка учиться. Убей одного из этих торков и принеси мне его мозг. Я хочу задействовать его в системе наведения. Вперед. В принципе, задание не очень далеко. Слушайте, Блин. Ладно, давайте выполним. Он меня еще не заметил, это хорошо. Мне что в глаз попало. Тупая камера. Воу-воу-воу-воу! Серьезно, серьезно, серьезно? Вы это сейчас серьезно? Опасно, опасно. Ой-ой-ой, мне патроны нужно закупить. Ё-моё. Это мозг торка должен без пытака призвать в мои что-то там та-та-та-та-там. Ух, ребята, я что-то об этом не подумал. Мне нужно быстро купить боеприпасы и тогда для снайперки нашей. Хорошо, больше я дальше не буду. На продажу что у нас? Такое. А на продаже это все. Щит я ставлю. Потом, хотя щит, смотрите, довольно хорошие щиты. Урон огнёй. Огневой урончик. Мне нужен 22-й. Это получше будет по слотам всем. Да? Так, 91, 2, 92. Да. Так, это лампа пускай будет. Так, давайте, чтобы я точно понял, нам нужно еще на вот эти поставить, да? Или не надо? Ладно, это потом продам. Еще вопрос. У меня все ли прокачано? Здесь у нас все прокачано. Очко навыка, все и сделано. А, надеюсь, вебку я переставил, а я, наверное, ее переставил. Он наверх. Так, мозг взят. Ты сделал это? Я верила в тебя. Так, что нужно сделать в порядке первым, чтобы улететь? Нужно крылья. Второе, летать, круто. Доставьте мне крылья животоглота. Крылья животоглота, хорошо. Одна фигня, достала мне крылья, чтобы моя ракета могла... Ов, как раз это там, где у нас следующее задание, которое мы как раз и возьмем. Но сначала нам нужно хотя бы отхилиться, потому что меня чуть не грохнули. Довольно серьезно чуть не грохнули. Крылатые создания. Давайте-ка мы с вами как-то разойдемся, так, чтобы я с вами не дрался. По воде была плохая, кажется, идея идти. У них довольно жесткие. Они все очень сильные какие-то. Они сильно меня пробивают и могут легко убить. Поэтому на самом деле нужно валить. Не-не-не, я с тобой драться не хочу, слушай. Я не хочу сейчас с тобой драться.
Погнали быстрее в камеру эту. Я, кажется, оторвался. Так, подожди, я здесь был. Доктор Минт. Вдох, выдох и все. Искатель хранилища, у меня есть для тебя работа. Я... Что-то здесь больно душно. Сейчас так, что-то сделаем. Не смей открывать окно, ты что, больной? Приоткрыть он хочет. Давление нормализировать. Ха, это было просто супер. Загляни ко мне, и я тебе заплачу за то, что мне понравилось. Очень мило. Мне кажется, с этим будет что-то связано. И все вот это я задание выполнил? Серьезно, так быстро? Окей. Это было странно. Так, да, у меня очень сильно такая мимика, да, странная, потому что я бываю все улыбаюсь Они суть, не просто не обращайте внимания. Так, нам нужно с вами крылья взять. А крылья у нас находятся вот это там. Мне нужно этих убить? Походу, да. Если ты и правда думаешь убежать, ты не убежишь. О-о-о-о-о! Тихо-тихо. Ну, только посмотри на эти крылья. А когда вы ее прибрали к ракете, будет еще лучше. Так, насколько для передохода должна быть ясна кровь, бла-бла-бла, сделай ее, только не думай. Это мерзкое. Или думай все-таки о ней. А, найдите животоглота. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте сразу туда побежим, потом зайдем сюда, возьмем как раз задание здесь. Пока оно не очень далеко. Пока мы ушли не очень далеко. Блин, зачем так далеко бежать? Так, ладно, пока перезаряжусь. Ага, кровь животоглота, это, скорее всего, вот это, что нам и нужно сделать. Пожарить тело. Да-да-да, я знал, что это будет где-то с чем-то. Я думал, это какая-то жидкость токсичная. Посади немного такой крови. Сейчас заставим, подожди. Так, теперь нам нужно внутрь здания войти, взять задание и... Блин, мне кажется, мне потом зап... Она скажет, вали-ка ты нахер, наверное, в этот. Внутрь здания и сотворяй там задание. Тихо-тихо-тихо. Они бьют, но они не очень сильно меня атакуют. Да, готово. А, там эти твари бегают. А здесь у меня будет безопаснее. Да, тут очень довольно быстро можно пробежать. Он только будет обратно очень долго. Ну, а давайте я, наверное, нормально сбегаю. Тут не так уже долго. Чем потом делать очень большой круг наворачивать. Так, готово. Мы внутри. Так, откроем. Может, что ценное будет. А, ну все, возвращайся, она говорит нам. Ну, помнишь кино про баскетбол, где еще есть песня, что там... Так, ладно, погнали сюда. Ой, там эти тоже животоглоты. Надеюсь, я не зря пошел через эту дорогу.
Ой-ой-ой-ой. Нормально, нормально. Все хорошо, мы все делаем, нас не трогают. Здесь было что-то большее. Мы пытаемся его воссоздать. Слишком силен. Оставьте его. Идите в 9-ю лабораторию. О, это круто. Так, мы сейчас куда бежим? Мы бежим сюда, чтобы забрать вот эти пушки. Ага, как раз мы на месте. Так, тихо-тихо, я не хочу умирать. Так, хорошо. Ну, в принципе, мы здесь, да? Воу-воу-воу. Отлично. Тихо-тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А вот это уже херес опасное. Тихо-тихо, готово, готово. Убьем, убьем, убьем. Главное, чтобы меня не убили. Ну, врагов куча, на самом деле. Фух, мы зачистили. Мы зачистили. Мне только вот эту, да, коробку не открыли, или открывали, я не помню. Хорошо, где ты тогда находишься? Где-то здесь... А, да, тут же труп валялся. А зачем мы решили сыграть в создателя? Зачем? Так, я скоро апнусь. А погоди-ка, ты ищешь лабораторию номер 19? Она хранит ужасную тайну. Планирующую чудовище, которое создал я сам. Я скрывал его. Существование даже от самого Джейка. Ни в коем случае не выпускай его. Я не шучу. Окей, где он находится? А в принципе мы можем по прямой побежать и как раз дойдем туда, куда нам нужно. Как раз прямо то, что нам... Ой-ой-ой. Так, выберусь здесь, я да, выберусь. Нужно оторваться. Все, они мой след потеряли. Так, собираем патроны, то, что я могу собрать. Перезаряжаем то, что я могу перезарядить. Вот это да, она? Зачем нужна эта лаборатория? Надеюсь, тут творится что-то жуткое. Искатель хранящая корпорация Гиперл несет ответственность за последствия ваших действий. Не подвергайте станцию опасности. Да пошли они в жопу, открывай давай. А, слушай, давай сначала посмотрим хотя бы где, что здесь. Так, здесь у нас ничего. Там что-то мощное внутри. И оно ж атакует. Так, ну патрон у нас есть, хп есть. Поехали. Пожалуйста, введите код активации. Так, код активации можно найти на уровне ИПИ. Код авторизации состояния. Так, найдите код, затем как можно быстрее возвращайтесь сюда и введите его. Отказано в доступе.
Я просто стреляю в диски, чтобы... Так, стоять. Блин, ну это... Хотя, ладно, тут бежать не очень так вот долго, поэтому побежали. Так, через... Здесь, да, я могу найти? Два, пять, пять, два. Всё. А, то есть мне так нужно? Код действительно, когда авторизуется, пожалуйста, введите новый код авторизации. Манай, 6, 5, 8, 4. Можно другой? Я просто вижу тут время, вот у нас специально отведено. Чтобы еще плюс успел. На это будет жестко. Это будет жестко, жестко, жестко. Ну сколько получается нам... Каждый кубик это, наверное, 10 секунд или 5. Блин, ладно, я со следующим кубиком побегу. Давайте пока пособираем, что я могу собрать. Потому что дальше будет жопа. Я чувствую, если оно так сильно охраняется специальным кодом, то это будет что-то с чем-то. Блин, прошлый пароль был легче, на самом деле. Давай, поехали. 0075. Все отлично. Ноль ноль семьдесят пять. Отлично. Блин, лампа, посрать на них, если что, я их убью. 0075. О. 0. Давай снайперку. 0075. Вот так. Так, тихо, не атакуй меня. О боже. О-о-о, это разрушитель. У меня всегда была плохая математика. Господи, просто убей его и все. В чем проблема? А так. Малютка разрушитель, ты его оживил? О, новый мод. Это помните босс из первой части у нас был? Как это, на что? Так, окей, почему нам показано задание здесь еще? Мы выполним все задания, потом уже будем все сдавать. Так, бесконечный цикл. Это здесь. Ракетный хирург. Ага. Погнали выполнять бесконечный цикл. Я вижу железяку. Я сел на этих жалких созданий ведь своего увеличения. Я думал, что бы мы собирали... Так. Что мне делать, ребят? Выясните, в чем проблема с компьютером. Мне больше не нравится шоколад. Так. Понятно, как, что эти два железяки тормозят, производят процесс. Выяснить, что у них там за проблемы. Мне сказали, что у вас для меня есть чудесное оружие. А значит, это не так? Я бы с радостью изготовил тебе для новое оружие, но мы, коллеги, никак не можем договориться.
своем безграничном мудрости я контролирую новое лазерное оружие, доведя его на чувство совершенства. А я делал гранату, которая стреляет снежками. Это очень прикольно, Джек. Я с уже сталкивался, но это парочка лазерных гнездов спорит до второго пришествия, если не положить кому-то конец. Джек, я всегда новую песенку выучил. Заткнитесь! Ничтожность, как можно сделать жалко без мозга, без грамотно. Так. Гами понять. Ладно, куда мне бежать? А в принципе там же, где мы были. Побежали. А, я так быстрее добегу. Тут сюда, так будет быстрее. Так будет быстрее. До свидания. До свидос. Ребят, мне все равно на вас. Все. Я бегу по прямой. Найдите деактиватор. Так, готово. Побежали обратно. Хорошо, буду осторожен с этой штукой. Так. Но они не должны за мной побежать дальше. Хватит, прекратить один. Так, бред. Так, все. Боюсь, я не могу этого сделать. В принципе, к любому заключу заряд, и она как это время отрубит. Нет, короче, мои гранаты-снежинки заслужат тебе хорошие услуги. Уничтожь его, и мой идеальный лазер станет твоим. Знаете, граната-снежинка, либо... Сумасшедший лазер. Ай, сложно, ребята. Давайте я посмотрю по заданию. Там можно что увидеть? Тяжелый так для искателя хранилища. Какого робота деактивировать, чтобы получить больше славы и добычи? То есть я получаю либо гранату, либо лазерную пушку. Бомба со снежинками. Либо смертоносный лазер. Бомба со снежинками. Но он более серьезный. Это дыц. Я не хочу никого убивать. Как ты смеешь уничтожиться? Очень жаль, но это было единственное верное решение. Вот твоя граната, снежок. Очень забавная штука. Ну, по крайней мере, один железяка в мире стало меньше. Жаль. Урон от гранаты. Нихера себе! Хлопцы, вот это я вам скажу. Ух. Жесткая. А ну-ка, давайте я даже, может, ее посмотрю. Так, а вообще, что мне по оружию здесь новенького? Да. Это не для нашего, да? Требуется гладиатор. 2К урон. Давайте я хотя бы испробую ее. Ну, а все, я апнулся, хорошо. Давайте вернемся тогда и уже до конца прокачаемся. А вот что мы прокачаем с вами, здесь я уже даже не знаю.
Потому что для меня вариантом будет вкачивать это дальше, где у нас понижается магазин, но увеличится урон. И урон увеличится довольно хорошо. Поэтому я думаю, нам сначала нужно... Блин, да, получается, всю серию будем здесь. Но важно. Ну, зато мы получили бомбу-снежинку. Отлично, отлично. Сперва поставлю на корпус крылья и установлю канистры. Так, хорошо. А, мы то есть три ракеты сразу делаем. Крылья выглядят отлично, теперь нафига с маски и бум! Ракеты снаряды, это офигенно, как круто! Так, давай сюда. Но мы их же запустим, да, я думаю? Есть, теперь ту эту ракету мозга Торка. Это будет нашим... Что? А, установить мозг Торка. Есть, теперь давай запустим ракету. Давай, давай. А теперь пускай ракету гиперионскую, это будет мега круто! Путь. Похоже, пилот этого турбо был никудышный. Вау! Слушай, почему у меня такое чувство? Да-да-да, фигня получилась. Торки тупые. Принеси ему солдата. Завали одного из этих вояк. Корпорация Даль и забери. Его мозг. Так, все хорошо. А вояки, да? Тогда давайте я все-таки прокачаю. Мы вот это, да, прокачивали? Урон стрельбы повышается на 10%. Скорость перезарядки. Но магазин уменьшается, пускай. Так, теперь ты. Урон в ближнем бою, урон гранат. Давай, урон от гранат 1%, довольно-то много, если считать, сколько у нас граната будет выносить. Блин, а прикиньте, это же серьезно жестко. И мне главное дают вещи, то, что мне именно нужно, то, что полезно. Взять два мозга. Так, я думаю, лучше куплю патроны. Блин, а заметьте, что у меня магазин тоже сужается. Ну, не рожки, да, именно, которые я вставляю, а именно магазин. Блин, а если у меня будет снайперка с очень охерительным уроном, но будет один патрон? Такое, я думаю. Мне кажется, это будет ваншоты для босса. Так, отлично. А, я застрял в одном из этих. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Блин, мне нужно только в мозги стрелять. Не, ну так не постреляешь. Готово, все. Все отлично, теперь возвращаемся. Теперь возвращаемся. Я просто на время смотрю. Чтобы мы все успели. Не, блин, ну тогда раньше, тогда ты хочешь смотришь на запас патронов, там 100 с чем-то было, а теперь мало. Мало. Так, запихивай солдата мозг во вторую ракету. А что мы хотим уничтожить? Тут мусор? Так.
Поехали! Наука, формулы, микроскопы, знания! Надеюсь, стекло выдержит, столько ему еще надо научиться. Мне нравится фюзеляр этой ракеты. Давай попробуем синтез. Смешаем мозги солдата и торка. Научим блендера. Иди за мной. Слушай, пипец, она сияет жестко. Слушай, я бы, может, твой мозг? А чё ты такая яркая? Жесть. Смешивай. Как же круто заниматься экспериментами, только вот смесь вышла слишком жидкой. Я приготовил для тебя пушку морозную. Вся суть науки в том, чтобы создавать пушки-морозилки и принять их. Это важно. Так, заморозьте мозги. Так, где шанс побольше? Убирает на заморозки. А у меня же есть, да, кажется, замораживающее устройство или нет? Сейчас посмотрим. Мне кажется, есть, только с большим процентом. 6%. 7%. Ладно, 12%. Нихера себе. С одной тычки. Круто. Блин, меня вот это бесит. Она мне мешает. И я не могу увидеть то, что... Так, берем мозги. Ну, знаете, типа, слишком умные и слишком тупые мозги смешиваем. Посмотрим. Запустим. Но эти мозги просто не решили нас атаковать в ответ. Не, ну бомба все-таки ценную заработал. 3, 2, 1, пуск! О нет, она летит в сторону, значит мы просто пьяны. Ура! Заработала! И хер с ним, с домом! Наука! Давай-ка я награжу тебя как следует. Так, мозги, это же не тогда дело, еще не говорю, да. Что я возьму? Конечно, я возьму здесь. То, что выгоней. Базуку. Так, выключите лазер. Все, ребята, у нас с вами уже пошла сюжетная линия, да? Да, у нас пошла сюжетная линия, мы идем. Ага. Нам еще гиперионский центр нужно войти. Давайте тогда быстро забежим туда. Сдадим задание, продаем то, что сейчас у нас хлам ненужный. Так. Бац-бац. Бац-бац, бац, бац-бац. Блин, ну смотрите, здесь, в принципе, понятно, что будет лучше вот этот. Бац-бац. Бац. Так, еще, да, несколько. Ой, так щиты. Щит я могу одеть точно, стоять. Стоять. Щитик одеваем. Так, шанс получения гранаты. Урон. Взрывной урон. Продать. Вот это продаем ненужное барахло. И в принципе нормально. Вот я сейчас использую. Готово. Гиперионский центр. Ох, ребята, скоро мы уже с вами, знаете, куда пойдем? В DLC. У нас где-то еще будет серий. Чтобы не соврать. Ну, так как мы с вами все миссии выполняем дополнительный, то серии 10 еще. Это, скорее всего, еще не включая эту серию. Если с этой, то 11.
пипец, пить хочется. Болтаешь, болтаешь на протяжении какого-то промежутка. И хочется жутко пить. Так, это где у нас солдафоны? Куда, кажется? Да. Ну, а сейчас мы быстро с вами... сбегаем, отдадим. Как там у нас робот? Жалко, что не могу через здесь пройти. А вот это мне нужно обходить по кругу. Эх, это так уматывает. Пускай щит восстановится. Щит медленно восстанавливается, на самом деле. А, ты автоматически открываешь, это хорошо. Так, выключить лазер. Пойдем по ближайшему, да? Где? Пойдем по ближайшему, где надо ближайшее, это снизу, пойдем через нижнюю. Ну, вы дурачки, вы не попадете. Подлегу, мне интересно, вообще нужно будет потом бежать, чтобы выключить или включить эти лазеры. Выключить. А, точно, это ж это место. Главное, чтобы тут был телепорт. Мы с помощью телепорта просто тпхнемся туда, куда нам нужно, да, и все. Эх, ребята, ребята, 18 числа у меня уже не будет интернета никогда. Увы. Так, хорошо, давайте. Ага, хер-то там плавал. Ладно, давайте, короче, я на этом закончу. В следующей серии мы продолжим. Я уже начну там, где наша вот эта миссия. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.